Амина влюбилась во внешность Егора Крида. Саша Стоун устроил для Вали Карнавал экстремальное свидание. Айн Катюшу обвинили в плагиате Ренаты, Тёма Ватерфорк в полном отчаянии и кто покорил сердце Ольги Бузовой. Всем привет, это канал Окблогер, и сейчас ты узнаешь самые свежие новости о блогерах и трендах. Подписка, лайк и колокольчик, и тогда все будет топчик. Бери свои любимые вкусняшки, присаживайся поудобнее и погнали! Никак не может расстаться с желанием когда-то сесть за руль Диана Астер. Девушка уже несколько раз пыталась начать учиться. Покупала полный курс, ходила на занятия, а потом бросала из-за большой загруженности и местами лени. Вчера тиктокерша решила все возобновить и сразу же с вождения. Будем надеяться, что третья попытка окажется удачной и она через пару месяцев сдаст все экзамены с первого раза. Время продолжает лететь с молниеносной скоростью, до конца лета остается чуть больше 7 дней. А вот малышу Димаса и Ане Ищук исполнилось 2 недели. Ребята вроде только вот уезжали в роддом, а уже успели пережить с Тимом кучу событий и многому научиться, да и все события сейчас крутятся вокруг малыша. Кого-то из зрителей даже интересовало, какую они выберут клинику. Ребенка определили в платное учреждение, чтобы не мучиться с очередями и постоянными ругачками в них. Насчет же платного садика и школы родители пока мечутся и обещают рассказать о своем мнении чуть позже. Аня еще столкнулась с неожиданной проблемой из детства, про которую уже позабыла. Она всегда в автомобилях ездит спереди, просто иначе ее укачивает. Теперь же приходится сидеть сзади, чтобы постоянно следить за Тимом. Меня же укачивает в машине с самого детства. Спереди я не могу сидеть, а сзади меня капец как укачивает. Я сижу постоянно. Дима, пожалуйста, аккуратно, музыку потише. Я сейчас блевану в нашей машине. Так постоянно. 2 дня назад состоялась премьера нового сериала «Дом дракона», который является приквелом истории «Игры престолов». Огромное количество средств было потрачено на съемки, только на рекламу проекта выложили больше 100 миллионов долларов. В итоге первую серию сразу же после выхода посмотрели 10 миллионов человек. Это рекорд для канала HBO, который занимается его созданием. Самым же забавным на эту тему стал ролик, снятый возле обычного дома в США. По одинаковому мерцанию из окон можно заметить, кто решил ровно в полночь насладиться долгожданной премьерой. Наверняка среди вас есть и поклонники сериала «Винкс» от Netflix. Первый сезон сделали тестовым, не вкладывали много средств и просто смотрели на реакцию зрителей. Рейтинги оказались хорошими, и уже 16 сентября нас ждет продолжение из 7 эпизодов. Там уже события развернутся более масштабно, наконец-то подробнее раскроют героев. И появятся явные антагонисты, которых не хватало ранее. Тёму Ватерфорка в блогерской тусовке всегда описывали как суперпозитивного и не умеющего грустить человека, что было видно и по его контенту, который практически полностью состоит из юмора. Но все это оказалось лишь маской, в чем парень сам признался. Внутри же него еще с 2018 года скрывается депрессивное состояние. В последнее время все ухудшилось, так как Тёма расстался с девушкой и прошло все достаточно болезненно. Также ему не вернули большую сумму денег, нарушив обещание. А после появился человек, который грозился раскрыть какие-то секреты, которых немало. В большое же путешествие, в котором он сейчас находится, парень по сути сбежал от реальности, так как думал, что это поможет забыться, но не сработало. Ватерфорка накрывают мысли о будущем, чем вообще ему заниматься. У него появилось ощущение, что вся популярность растеряна из-за отсутствия новых роликов на протяжении полугода. Да и с отсутствием нормальных условий тяжело строить какие-то дальнейшие планы. В СМИ начало появляться все больше информации о новом романе Ольги Бузовой. Еще начиная с июля и съемок «Звезд в Африке» ведущую кто-то одаривал цветами, присылал подарки, что она с радостью демонстрировала в историях, но не давала понять от кого. С журналом Star Hit связался некий источник, близкий к Бузовой, который сообщил лишь, что ее поклонником является состоятельный, но не публичный мужчина. В издании считают, что ей мог стать банкир Сергей Семенов, на празднике которого певица недавно появлялась. Может быть, это та самая судьба для создания семьи, либо очередная интрижка Оли, которая ничем не закончится. Амина, хоть и не раз заявляла, что они с Кридом просто друзья и никакой симпатии у нее нет, показала обратное на последнем стриме. Егор уже несколько месяцев получает кучу критики из-за нового имиджа с длинными волосами. Раскритиковал его и друг Тендерли Макс, который высказал мнение, что ему все это не идет и он выглядит неопрятно. Ами же в этот момент бросилась его защищать.
Он прям похудел, похорошел. Но он просто похудел, не видно, что он выглядит неухоженно. Бородка отросшая какая-то. Да отлично выглядит, чат. Скажите, хорошо выглядит Крид? Ночью Сун и Аком они улетели в Турцию, правда, все могло закончиться, так и не начавшись. Лина по дороге в аэропорт забыла сумку прямо в такси, а там находились все документы и деньги. Что вы думаете, мы приехали в аэропорт, это забыла сумку в машине, а там паспорт и все дела, но на этом проблемы не заканчиваются. Хорошо, что таксист быстро вышел на связь и согласился вернуться, иначе бы поездка девочек сорвалась. Они, кстати, пообещали, что стримы с отдыха все-таки будут, но все зависит от качества интернета в их отеле. Вали и Саша не дают угаснуть романтики между друг другом. Стоун пару дней назад пригласил возлюбленную на свидание с сюрпризом. Мне Александр такой говорит: нет, не надо никаких платьев, каблуков тоже не надо, спортивную одежду надеваешь и все. Если мы едем прыгать с парашюта, я нет. Я поеду домой. Едет, что-то улыбается. И одет, посмотрите, он абсолютно нормально. А меня заставил спортивное нацепить. Бандитка до последнего не знала, что там будет. А приехали они на специальный трек для мотокросса. Это что-то по типу полосы препятствий для мотоциклов. А так как они оба не на шутку увлеклись этим спортом, удалось отлично провести время и получить массу эмоций. Пока что все не очень с личной жизнью у Кати Голышевой и Сони Слипи. Девочки не унывают и относятся к этому с юмором, даже проводя свидание, но пока что друг с другом. А у нас свидание. Я хотела это сказать. Ну давай, ты теперь говори. А у нас свидание. Смотрите, как красиво. По-моему, очень романтично. Вот кукуруза. Вот тоже кукуруза. Я любимая ее. Да. Хорошо все с юмором и у Дани Милохина. Парень где-то нашел или специально заказал футболку с надписью «Я не смешной, я просто очень тупой, и люди думают, что я шучу». Это наверняка отсылка к последним громким ситуациям на стримах, где Дани много чего болтал, а потом получал массу критики в свой адрес. А вот девушку Милохина Айм Катюшу обвинили в плагиате. В соцсетях она поделилась кадрами фотосессии с пленочным эффектом, в которых нет чего-то особенного. Но многим это напомнило недавние опубликованные кадры Ренаты Ри, кто-то даже увидел схожесть в их эмоциях. Тут, если честно, мне кажется, что обвинения не обоснованы. Можно найти кучу подобных примеров, которые были опубликованы еще до них обоих. Да и сейчас в сети настолько много контента, и что-то прям сверхновое придумать практически невозможно. Какие-то пересечения в любом случае будут. Если кто-то не видел прошлый выпуск, там я с вами поделился инструкцией, как смотреть ТикТок из России без ограничений. У многих получилось, рад, что вы стали хоть немного счастливее. Есть, конечно, и те, у кого почему-то не заработало, но это лишь единичные случаи. Поэтому, если вы хотите тоже смотреть ТикТок и выкладывать ролики, как и раньше, залетайте в мой Телеграм-канал. Ссылочку продублирую в описании и в комментариях под этим роликом. Надеюсь, у вас тоже сработает. YouTube наверняка не показал тебе какой-то из этих роликов, но в них не меньше интересных новостей, поэтому обязательно загляни туда. А я жду тебя, как всегда, завтра на этом же канале. Увидимся уже совсем скоро.